Проник в дом и украл драгоценности на сумму около 500 000 рублей. В Каспийске задержан подозреваемый в краже ювелирных изделий. Это 33-летняя житель Карабудахкенского района. Следствие установило, что часть похищенного мужчина уже успел продать и выручил 180 тысяч рублей. Злоумышленник в содеянном сознался, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Отметим, что задержанный был и ранее судим за аналогичное преступление. Залез через окно. Через окно залез? Да. А куда? В дом. А почему именно в этот дом? Случайно так получилось. То есть вы не знали, что там вы увидите?